Все пойдем ко дну. Коллеги, который хотел принести стране пользу и баллотироваться в президенты. К сожалению, принятое решение не позволяет эту возможность, и тогда блок оппозиционных сил, значит, ГОНД и все другие организации, мы в том числе, будем принимать определенные решения, которые сейчас нам, наверное, сказать сложно. Поэтому, уважаемые господа, вот такой будет. А мы сможем задать им вопрос хотя бы почему? Нам интересно, Беслан Федорович, почему они так сделали? Почему они не оценивают то, что делаем мы? Почему они нас не видят? Сейчас я не скажу то, что тут находится все население Республики Абхазии, но то количество, которое с нами нужно считаться. Нам интересно, они знают наше мнение, и также нам интересно ихнее мнение. Они могут нам ответить на этот вопрос? Или индивидуально с каждым надо будет разговаривать? Это может чуть провокационный такой вопрос, но это вопрос, Беслан Федорович. Но этот вопрос, наверное, не ко мне адресован. Не, однозначно не вас. Беслан Федорович. Тем депутатам парламента, которые проголосовали таким образом, как проголосовали. Да, согласен. Поэтому я думаю, что если нам надо, нужны какие-то уточнения, можно делегировать еще одну, как говорится, делегацию и попросить, значит, силовые структуры, руководство парламента создать возможность общения с этими людьми. Ну давайте сделаем. Сможем мы сделать. Беслан Федорович, я предлагаю дождаться депутатов, которые проголосовали за, вот, как мы хотели, и выслушать их каждого мнения, кто голосовал за. Те, кто оценил обстановку правильно, пускай придут и расскажут нам. А мы решим, что делать дальше. Здесь. Все правильно. Уважаемые депутаты, проголосовавшие за отложение выборов, просим вас подойти к микрофону. Пропустите. Утром было совещание, прежде чем назначить сессию. Были высказаны много речей и нравственные, и я лично обращался к нашим коллегам, что в первую очередь это наш коллега, в первую очередь это наш друг. Говорили о том, что народ обеспокоен, просили не сталкивать народ. Говорили, что кто-то заблуждается, если думает, что для кого-то окно открылось, и он сможет на чьей-то беде выиграть или что-то сделать. Было сказано все. Но на данный момент мы имеем то, что имеем. 14 проголосовало всего за. Естественно, мы понимаем, что нас не слышат. Ни вас, ни нас, потому что и мы, депутаты, такие же люди, как и вы, которые обращались, ну, приняли такое решение. Я считаю, что это как минимум безнравственно. По отношению к нашему другу, по отношению к нашему коллеге. Да. В первую очередь. Им было сказано, что в определенных округах выборы могут не состояться. Мы просто их будем бойкотировать. Правильно. Да. Если кто-то думает, что человека можно отравить, сделать политический террор, а вы видите, что у нас в стране происходит. И церковный раскол, и внутри какая обстановка. И что у нас делают вообще? Если кто-то думает, что выборы пройдут спокойно, он глубоко ошибается. Выборы спокойно не пройдут. Мы помним прекрасный 2004 год. Мы помним, как кто-то с урнами бегал. Мы помним и 2014 год, когда Конституцию как хотели, так и меняли. Не надо прикрываться тем, что мы не можем поменять и внести изменения в Конституцию. Если они хотят, чтобы выборы прошли плохо, они пройдут плохо. Все правильно.
часть депутатов, которые проголосовала «за», сообщили нам, что, к сожалению, сегодня состоялось историческое событие в истории Абхазии, тогда, когда парламент отказал в переносе выборов, учитывая то, что их коллега, кандидат в президенты, лидер оппозиции, был отравлен, что это уже доказано, что его отравили именно из-за его политической деятельности. Но, тем не менее, ему не дают возможность участвовать в выборах. От лица собравшихся просим спикера парламента Республики Абхазия выйти и проинформировать поименно, кто голосовал по этому вопросу. Мы требуем, требуем, требуем! Он где стоит сам. Микрофон пускай выходит сюда. Иметь.